Какие машины ты знаешь? Моя машина Mercedes, Рено, Лада, лимузин. Ну, я, конечно, не все знаю. Но есть одна, конечно, Арка, например, там Ласточка. Лада. Есть, ну, как... У нас был такой Форд. У нас еще, могу сказать, малиновая Лада. Малиновый закат. Я знаю Audi, BMW, Ламбу знаю. Все? Хорошо, Ламбу, гелик, BMW, Mercedes, Audi. Легковые, грузовые, автобус, троллейбус, Mazda, Audi, Renault, Fiat, Wagen. Какая марка машины тебе нравится? Мне нравится еще машина, которая может сама ездить, электромашина. Потому что она сама едет и не загрязняет наш город, а использует только электричество. Ну, больше всего Рено. Просто это знак у машины такой, ромбик такой. А здесь так вот пустой ромбик, а здесь такая линия. Ромбик. Вот. А что там внутри? А, ну это рули, всякие кнопки. Наверное. Ну, конечно, я не знаю, но могу сказать, сколько там мест. Семиместная она. Она как-то большая, там еще открывается окошко наверху. Но как-то она называется, я не помню, конечно. То если не хватает места, еще есть сзади в багажнике два места. Но если еще не хватает, можно на ручки просто взять. И еще можно смотреть на дождь, когда вот там можно же открывать, там на дождь можно смотреть. Ну, очень нравится Лада. А чем? Почему? Потому что она очень крутая гоночная машина. Мне нравится гелик. Почему? Потому что он самый крутой и разгоняется очень быстро. А ты каталась на нем? Я нет. Откуда ты тогда это знаешь? Я в Ютубе посмотрела. И в Ютубе мне показалось то, что это просто очень классная машина. И понравилась она мне. Мне нравится Тэшу, потому что она скоростная. И может ездить сама. Там стоит такой двигатель, и он может сам управлять. А как она выглядит вообще, эта Тесла? Красивая, может быть белая, может быть черная, любая. Потому что кораблик Mazda, он русский. Кораблик нравится по виду, по внешности, по форме и слово. На чем ты будешь ездить, когда вырастешь? Когда я вырасту, я буду ездить на электрической машине. Ну, думаю, что на Рено. А чем же она тебе так нравится? Ну, это самый мой любимый знак из всех машин. Я, когда вырасту, наверное, буду ездить на машине семиместной. Ну, я буду ездить, ну, есть такая машина, хамелеон, я на ней буду ездить. Ой, а расскажи, что это за машина такая? Это она на поворотах. Если машины на светофоре стоят, она на поворотах, как хамелеон, переливается. С да? Каких цветов? Расскажи, что это? Ну, там розовый есть, зеленый, как у хамелеона, и такие разные цвета, как у радуги даже есть. Я хочу ездить на Audi, потому что Audi – это самая крутая машина. И потому что она черного цвета, а черный цвет – это мой любимый цвет. И вот, мне кажется, что Audi, потому что она разгоняется очень быстро. И еще она у моего папы есть, и она мне очень понравилась. Ну, просто влюблена я в нее. И когда я была маленькая, и с папой мы ездили, и есть там такой вот бугорок сзади, и я на нем сидела. Мне так нравится эта машина, так что я ее хочу.